подготовка к худшему. Массовые эвакуации, отключение электричества. Это учение в Северной Корее для мирного населения. Журналисты предположили, в КНДР готовятся к войне. Тренировки проходили на протяжении всей недели. Учения затронули только небольшие города. Пхеньян участие в репетициях не принимал. Военные отрабатывали отключение света в ночное время. Так называемое затемнение позволяет не привлекать внимание авиации противника.